25 мая в МИИ ГАЭК прошел яркий праздник по случаю его юбилея. Выпускники разных лет пришли поздравить родной вуз. Сердечно поздравила собравшихся заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Викторовна Петрова. Эмоция, которая ощущается, когда сколько-то лет не виделись, и приходите в родной университет, и все то, что было, вот эти студенческие годы, они возвращаются, и воспоминания, то тепло, которое связано с студенчеством, наполняет вас сейчас, и это приятнейшая эмоция. Я поздравляю вас с 245-летием вашей «Альма-Матер». К словам замминистра присоединился президент университета, летчик-космонавт Виктор Петрович Савиных. Дважды герой Советского Союза, доктор технических наук, профессор, академик Российской Академии Наук, президент МИИ ГАЭК Виктор Петрович Савиных. И летчик-космонавт СССР, герой Советского Союза и герой России Сергей Константинович Хрикалев. Добрый день, выпускники Московского государственного имени. Гостей праздника ждал настоящий сюрприз. Они смогли посетить легендарные золотые комнаты – голубую, малиновую и изумрудную гостиные. В 18 веке они принадлежали известному семейству промышленников Демидовых и имели уникальное убранство, поражая роскошью и изысканностью. В советское время эти помещения были недоступны для простых смертных, так как в них размещался ректорат института. Но теперь, спустя годы, двери золотых комнат вновь открылись для гостей. И все смогли своими глазами увидеть их великолепие и окунуться в атмосферу той эпохи. Недалеко разместились два зала с историческими геодезическими приборами. Там можно было увидеть знакомые инструменты, на которых студенты оттачивали навыки измерений во время практических занятий внутри здания и во время учебной практики на полигонах института. Однако я не обнаружил астрономического теодолита Та-05, в исследовании которого мне довелось участвовать в 1975 году. Когда я бродил по знакомым коридорам и залам старого учебного корпуса института, меня невольно охватывали воспоминания о том, как все было в наши студенческие годы. Прошло немало времени с тех пор, как мы окончили вуз, и теперь мы совсем другие люди. Чтобы встретиться с однокурсниками, нам пришлось даже сделать небольшой плакатик. И фотографии, сделанные на память, ярко показывают, как нас изменил неумолимый бег времени. Из ностальгического прошлого можно было мгновенно окунуться в мир современных геодезических достижений на выставке-форуме «Пространственные данные» МИИ ГАЭК, территория инноваций, которая в это время проходила в университете. А праздничную атмосферу создал вокально-инструментальный ансамбль «Земляне» и участники светового шоу.
детей. Впереди страна родная, а чужбин.